Короче, вот если мы хотим First VDS, чтобы подгрузили наш супер классный автообзвон, для этого мы должны образ автообзвона загрузить на Mega NZ. Как вообще регистрироваться на Mega NZ? Нужно имя написать. Имя. Пишем имя. А, он мне должен привести? Нет, у меня пункта switcher отключен, поэтому не переводит. Запятая. Пишем имя. Пишем фамилия. Фамилия. Так, адрес электронной почты пишем. Так, смотрим, пишем. Адрес электронной почты. Дальше пароль пишем. Так. Пишем пароль. Все, я принимаю, регистрация. Вот. Уже зарегистрирован? Ладно, давайте другой. Так, все отправлено. Нужно подтвердить эту почту. Надо подтвердить. Все, подтвердил я со своего электронного адреса электронную почту. Все, заходим. Все подтверждено. Так, все сохранено. Так, нет, нам, блядь, бесплатно пока 50 гигабайтов нам дают. Зачем ключ восстановления? Ну, давайте, пускай будет ключ. Сохраним. Окей. Так, все, теперь нам нужно установить. Теперь нам нужно перенести наш образ. Переносим непосредственно наш образ сюда. Нажимаем. Понятно. И что он у нас не переводится? Облачный диск. Давайте загрузить. Так. Ну, давайте. И что? И что у нас не загружает? И почему так медленно загружается? Всего лишь 203. Очень медленно загружается. Ну, давай посмотрим, как он загрузится. Но пока вроде грузится, но очень медленно. Да, очень медленно грузится. Практически. Я не могу понять, это сколько загрузилось или скорость загрузки? 1% загрузился. Охереть. Нет, нужно делать отмену и загружать через их специальную программу. Да, нужно делать отмену и загружать через их специальную программу. Так, ну-ка. А, мы и так отменили. Как-то здесь можно скачать программу. Блять. Ну ладно, представляете, я не могу найти, как скачать программу, поэтому я напишу Mega NZ специальная программа. Да, закрыть. О, вот она. Пиздец. Пришлось через поиск искать. Ну ладно, давайте загрузим эту специальную программу. И вот сейчас загрузится. И эту программу подмапим папку от MegaNZ. И тогда у нас все загрузится. Точка. Короче говоря, можно через программу. Потому что через программу надежнее будет качать.
однозначно через программу будет все надежней качать. Сейчас посмотрю, что у меня вообще там в папочке есть. И ее качнем туда. Так. Открываем Mega NZ и свободно 70 гигабайт. Охереть. А было аж 50 гигабайт. А, наверное, если ты, короче говоря, все, я понял. А почему у меня и другой здесь и этот? Блять, а почему? Не могу понять. У меня, короче говоря, у меня что-то больше тут стало. У меня даже 70 мегабайт стало. Вот это да. Дисковые детали. Не могу понять. Подождите. Мегасинк. Ну, папка, учетная запись. То есть у меня стало больше, чем было. Это как вообще такое может быть? Это что такое вообще? У меня стало больше, чем... Подождите, свободно. Мне, короче, все 15 гигабайт. Нет, мне 15 не нужно. Мы выйдем с этого аккаунта. Я про него уже забыл какой-то аккаунт. Я уже... Что это за аккаунт? Я уже и забыл. Запятая. Мы зайдем с вами в другой аккаунт. Что это такое? Так, а где у нас Mega Sync и другой аккаунт? Сейчас я заново открою. Одну секундочку. В общем, я понял. Здесь выйти не получается. Короче, здесь такая хрень, что выход, это выход типа из программы. Нужно просто выйти, вот, выйти из учетки. Вот, из учетки вышел, а в другую учетку зашел. Вот теперь как. А я просто выходил из программы. И программа, получается, закрывалась, запятая. А я просто выйду из учетки, запятая, и в другую учетку зайду. И тогда у меня ничего не закроется. Вот так вот. Вот так вот проблему мы решаем. Сейчас главное нам вот эту вот папочку взять. Чтобы она у нас, эта папочка, синхронизировалась. Вот. В принципе. Нажимаем пропустить. Подождите, она у меня должна, эта папка, синхронизироваться. Как так? О, 50 гигабайт. Ну и отлично, против 15 тех. Так, вот это что такое? О, локальная папка. Все. Вот эту вот папку мы с вами и синхронизируем. Все, теперь понятно. Так, выбираем. Папка, все, выбрали. Все. Ну, пускай это, облачный диск пускай будет. Окей, все, по умолчанию, похи. Все, пошла синхронизация. Это так будет гораздо надежнее, нежели через веб-сайт. Все, разобрались, отлично. Все. Лайки, колокольчики, подписка.